31 августа город Одинцово отметит 62-й день рождения. Масштабные празднования в этом году развернутся на двух центральных площадках. В Новой Трёхгорке пройдет открытие уникального музея уличного искусства «Urban Morphogenesis». В центре города в 15 часов начнется яркое карнавальное шествие. На обеих площадках запланированы концерты. На фестивале граффити в Новой Трёхгорке выступят Антоха МС и Легалайз. А на центральной площади Текила и Артик и Асти ожидается выступление знаменитого певца, композитора, музыканта Александра Маршала.